Страйкбольный карабин R15 LVOA-C от производителя из Гонконга компании Spetsna Arms. Карабин выпускается в двух расцветках. С цевьем, прикладом и рукояткой в цвете Coyote Brown и в черной расцветке. В комплекте был сам карабин, два механических магазина, сертификат качества, набор наклеек, инструкция, ремень для бейджа, каталог Spetsna Arms, сменная пружина M90, переходник с Т-коннектора на мини-тамию и памятка по электронному ключу. Материалы изготовления, цевьё, верхний нижний ресивер и труба приклада выполнены из алюминиевого сплава. Приклад, рукоятка и магазины выполнены из ударопрочного пластика. На цевье есть крепление для рис-планок и дополнительного оборудования, например, фонарика, ЛЦУ или тактических рукояток. В верхней части цевья и ресивера есть рис-планка для крепления прицельных приспособлений. Штатные прицельные приспособления – это откидная регулируемая мушка и откидной регулируемый диоптер. На ресивере есть антабки для крепления ремня. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. Органы управления стандартные. Спусковой крючок, кнопка отмыкания магазина и переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это предохранитель, одиночный огонь и автоматический огонь. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рукоятку заряжания. Регулировка происходит с помощью стандартного колеса. Внутри находится стандартный гирбокс второй версии. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы запчастями от других производителей. У данного гирбокса есть возможность быстрой замены пружины. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо снять тыльник приклада. В базе установлен Т-коннектор и электронный ключ XASR 4-го поколения от Gate. Для данного привода подходят бункерные механические магазины M4 серии от различных производителей.